В Брюсселе из-за угрозы терактов увеличено число патрулей на улицах, появилось больше военных, по городу ездят броневики. С призывом проявлять бдительность и осторожность обратился к гражданам глава МВД. По данным СМИ, один из координаторов парижских терактов, Салах Абдеслам, скрывается именно в Брюсселе, и при нем может находиться самодельная бомба. Такие показания дал его сообщник, с которым Абдеслам прибыл в Брюссель в ночь после атак. Кстати, сам он, как выяснилось, работал техником в столичном метро, а значит, хорошо знаком с подземными коммуникациями. Уровень угрозы в городе уже второй день максимальный, а сообщения бельгийских телеканалов только добавляют гражданам новые поводы для беспокойства. Якобы накануне в эмигрантском квартале Моленбек были нейтрализованы лаборатория по производству взрывчатки и большой склад оружия и боеприпасов.